заключены, засунули в какую-то камеру нас всех и ничего не говорят. Заставляют смотреть на картинки на потолке, блядь. И все. И пиво сверху даже не льется, блядь. Хотя было написано, что пиво. А, подождите-ка. Это что? Сука, только не дай бог пиво начнет литься на нас. Че, убили, что ли, блядь? Потому что камеры это работают. Сейчас, блядь, начнется проливаться это все. И техника пострадает. Ладно, там айфоны, они вроде бы это все. Пипец. Посмотрите. Какой пиздец тут. Я ничего не понимаю. Так появился. Я думал почему-то, что здесь пиво будут давать, а здесь you ничего не дают. Это озон сперми, что ли? Вот, озон сперми сейчас вот есть. Ух ты! Это озон сперми. Вы посмотрите. Это рили озон сперми. Извините, какие, блядь, тупо экстремальные кадры, да. Мы маршируем, и чё сейчас будет-то, блядь? Чё сейчас нам ебать? Какой-то трэш вообще начинается. Здесь трэш тупо. Я не знаю, они так показывают это всё. Со всех сторон тупо. Очень-очень, кстати, качественно. Бля, вот посмотрите, как качественно это всё. И с той стороны тоже. Типа как бутылочки идут, блядь. И под нами пол трясется, кстати. Пол трясется под нами. Бля, охуенно, охуенно. Как весы, блядь. Или как эти хуйни называются. Скреп, ёпта. Не, good nice, конечно, good nice. Посмотрите, что это, ёб твою мать, блядь. Это все будто можно пощупать. На мне нет 3D очков там всяких, а тут еще с очками, наверное, сделают. А это, кстати, в ближайшем будущем будет, я уверен. Сделают, что 4D там вся хуйня, блядь. Они могут себе позволить. В 4К в очках, вообще, блядь, будет арива нахуй. Баснословная. И люди все смотрят, читают. Интересно. А, 17 евро обошлось. Вон коробочки и отправляются по всей Европушке. А в Россиюшку знаете что? В Россиюшке там так. Местный таджик немного попотеет и все, и будет. И будет, короче. Почему я начал орать? Потому что меня не было слышно. Опа-на. Тут надо сесть, блядь. Здесь надо сесть, короче. И чего-то дожидаться. Это может быть сауна? Это может быть сауна какая-то? Вау, я на Карибах. Вы тоже на Карибах. Бля, вот здесь бы косячочек бы, блядь. Арива. Тупо возле Кунтайз, блядь. Танцуют все, оп-оп. Это куда такое? Опять Амстердом. Завезли хуйники, но все танцуют. На крыше прям. Тупо versus battle. Versus battle, блядь. На крыше нам. Здесь надо танцевать. Кстати, реально, это ведь спонсор...
чемпионатов по футболу Хуйникинд. Среди пива. Один из. Но вот Клинская — это пародия Хайникина. Кто не знает, это пародия Клинская. А, бутылка зеленая. Там. Стиль тоже. И завод. Ну, и вещи, куда расти. Есть куда расти, однако. А есть еще пивной завод Тюбикен, или как-то так он называется. Но если уж у Хайникина есть, все, можно выходить, смотрите-ка. Смотрите. Сейчас нам... Опа, пивасик, пивасик, пивасик. Сейчас. Сейчас я попробую. Tower. So, hello everybody. When you have your beer, please come close to the stage. Big shout is morning, so no worries. So my name is Juan, and I'm welcome in the world-famous tasting bar. So this place, we're going to drink this delicious Heineken. Видите, все довольные такие. Отопьем немножко. We're going to start with step number one. Это прям приготовлено на Хуйникин заводе. Я, конечно, спрошу, можно ли еще взять, пока на стрим перейду. Короче, круто, блин. Мне уже понравилось. Вау! Вау! Так, пацаны, произошел случай такой, я выпил первее всех бутылочку вот этого компактного пива, мизинец совмещенное, и так уж получилось, что они стали чокаться после того, как я выпил все. И мне еще было чокнуться, я подошел к бармену, говорю: «Бармен, давай мне еще пивас». А он такой, типа: «Иди туда-то, туда-то». Я вот пришел туда-то, туда-то. Но тут люди, кто не пил, короче, им налили, но вот тут вот отпито, вот здесь вот не отпито. Вот, можно взять. Но я не буду брать, потому что, ну, в пизду. Вот. Там вот какой-то Loot Discover. Какой-то Loot Discover. Посмотрим, что там за Discover, блядь. Посмотрим, что за Discover. Пацаны, я в туалете нахожусь еще, как видите, не смыл. Вот это вот цвет Хуйникина, 2,5 литра, 200 где-то, или сколько там давали на заводе. Дополнительно напоминаю, что мне не дали нихуя вообще, не выпить, не подрочить, не понюхать. Те же сок, да? Сок хуйня стоило намного, так сказать, намного, да, ценнее она была. Это вот гид, видимо, рассказывает тут. Это гид рассказывает. Тут можно сделать свою эксклюзивную бутылку. Бутылку эксклюзивную, вот, допустим, русский, да? Русский, кстати, самый маленький язык, он там отображается. Например, инструкция оформить. Нажимаю оформить. Влад Савельев, допустим. Влад Савельев. Влад Побел. Савельев. Или Урбан какой-нибудь. Руки в очко. Сейчас купит случайно. Не, я думаю купить какую-нибудь именую. А чё нет? Оно будет выгорено, по-моему. Оно будет выгорено. Есть и Амстердам вот такая. Он русский. Есть такая бутылка. А вот Виджелин как будет. Виджелин. Блядь, неправильно написал. Виджелин. Виджелин. Ну ничего, так смотрится. А, Лудожоп топ, да? Лудожоп топ. Лудожоп.
Вот так вот? Кстати, выглядит изощренно. Свинов. Свинов, лудожоп, озон. Чего? Ладно, я просто веду топ-геймер, извините, конечно, топ-геймер я веду, чтобы никого не утруждать, вот, топ-геймер офигенно выглядит, офигенно. Вы посмотрите, как это выглядит. Топ-геймер. Yeah. Yes. Какую, со звездой возьмем или стандартную? Я думаю, вот эту вот. Привет. Оплатить картой. Вот больше никто не хочет скинуть. Опа. Давайте-ка обратно. Топ-геймер. Да? Топ-геймер. Пробел. ВС. Алло. Против всех. Нет, это я, раз уж имена. Ну ладно. Не, раз сюда имена, пускай будет топ-геймер. Все. А то сейчас мои комрады уйдут. Так, сейчас. Вон тут сладенькие мальчики снова стоят. Интересно, как она выдаст мне. 6 евро. А так бы по 5. Я вам пачанам даже предложил, говорю, пачаны, заказывайте, за 9 евро именная будет. Нет, дорого. Никто не скинул. Есть. Bottle oven before. Так, ну а где мне ее дожидаться? Сейчас посмотрим. Я просто супер загружен. Я козы, где ее дожидаться? Оно может быть откуда-то отсюда достается. Вон тут, потому что есть премиум всякие штуки, юртекст. Как донаты не работают, а я их чекаю. Я не понял, давайте посмотрим, вот он сейчас закажет себе что-нибудь. Интересно, что этот пачан себе закажет? Со звездой или нет? Да, он себе со звездой заказывает. Пипец. Он себе со звездой заказывает, тупо, бля. А не с надписями. Но мне больше с надписями понравилось. Все, надо идти с пачанами. Куда они идут, туда это тоже. Ух ты, там какая-то вечеринка, видимо, в стиле диско. Или нет? Ух ты ж, ёб твою мать. И это все бутылки, вы прикиньте. Бля, пачаны, это все бутылки. Тупо алым. Алым бутылки. Е-мое фото. Тут фото можно сделать. Бля, вообще, слушайте. Охрененно. Караоке спеть какой-нибудь там. Я 6 лет посвятил. Дёрти Монку сделать, блядь. Сука, ну вы, конечно, блядь. Даете это. А что, Дёрти Монк по Хайнекену загоняет, что ли? Минус 6 евро, подождите. На заводе. Так, продолжается обзор, короче. Там можно педали было покрутить, кстати, вот там вот можно было педали покрутить и фотографии сделать, вот тут типа под Рузер, закосик такой, ну, кто раньше, Хайнекен появился или Рузер, конечно, Рузер, блядь.
Ой, пищу. Хуйникин. Если уж тут такое оформление, с той стороны красным выглядит, а здесь вот так вот. А вот здесь синие. Тоже разные видосики. Вон чей-то пивасик с маленькими карликами. И с двух сторон стекла. Стекла-ярд. Вот гномы выходят, видимо, оттуда. И спуститься можно вот туда. Это самый важный завод в Амстердаме. Напоминаю вам, пчелы. Что-то гудит по заводу. Лестницы, кстати, что-что, они вообще, на них не подскальзываешься. Ты идешь, каждая бусинка – это 200, типа липучка, блядь. И она не дает тебе пиздануться, чтобы ноги соскользнули и сломала их. Вот. Блядь, респект Хуйникину, однако. Ну, это очень старперская компания, и они вот в футбол очень много вкладывают. Если бы не футбол, то Хуйникин, ну, был бы, типа, Холланд. Вот видите, Хохоланд. Как Хохоланд, только Холланд. И всякие игры есть. И очень много всяких тут различных мест, где можно посидеть с друзьями, где можно скоротать время. Как Google Office, только пивной. Да, Хуйникин и футбол. Не, ну, футбол это сами знаете для кого. Вот здесь вот я занимаю первое место, конечно же. Топ-геймер первый. Самый ебаный безвкусный это ваш Хуйникин. У него уровень Клинска. Тем не менее, он везде, понимаешь? Он везде. Чуть ниже. Как мне ботл только забрать? Вот где вот ботлы забрать? Видимо, в самом низу. И шапку еще. Ну там, кстати, бля, давайте еще походим, да, наверное? Посмотрим. Вот что вот здесь вот? Вот это вот, вот так вот можно пройти. Газон прям искусственный, охуенный. Искусственные газоны лучше, чем живые. Вон, пацаны тут амстердамские играют. Футбольчик. Или хоккейчик. Нет, это футбол. Различные футбольные, блядь, эти прембабасики. Прикиньте. О которых нам и не снилось. Ну, разве что футбол-менеджеры. Ну, Хенти известный. Хенти задрот футбол-менеджеры. Чё уж там. Ну, это, короче, футбольный ряд, блядь. Футболистам респект, да, много денег, ёпта. Но заводы должны работать, о чём механики говорит. Опа, вот здесь вот, видимо, пить можно, блядь. В нон-стопе, походу. Слушайте, я, видимо, туда попал, блядь. Так. Ну-ка, сейчас посмотрим, что она делать будет. Сейчас посмотрим. Оп, стакан исполоснула. Что она делать будет? Что она делает? Сейчас подойдем и спросим. Очередь, походу, да? Здесь, видимо, очередь. За пивасом. Скорее всего, да. Что это такое? Что она сказала? Блять, тут... Все. Я понял. Они что-то оторвали козявку какую-то. Это козявка смотрите. Сейчас вы видите. Вот она. Сейчас, вы видите. Вот, смотрите, пацаны. Это пуговица на...
бантики, на которые мне дали. Я сейчас тоже буду наливать. Вот. Чуть попозже. Вот. Конкурс, ёпта. Оказывается, почему я прикинь, это конкурс. Я не понял, я. И что, это бесплатно можно пить? Это бесплатно можно пить? В Берлине бесплатно можно пить? Of course, I'm gonna have to say who poured the best beer. And I'm gonna say you. I'm sorry, but look at your beer and look at the advertisements. Это бесплатно можно пить? I'm sorry, guys. Блин, я одну пуговку оторвал. I do have to say that all of you poured beautiful beers. You've done everything perfectly. I couldn't ask for more. So thank you very much. If you want, you can start. В смысле, если выиграешь, тут, тут много людей, кто пьет пиво, блядь. И даже его не допивают, понимаешь? Так, сейчас я спрошу. А у Веры фри-бир. Фри-бир? Yes. Only with these from your wristband. Okay, I have. Yes? If you want only beer, it's in the bar right there. Here, I teach you how to pour beer. Ah, okay, okay. Я не понял, что она сказала, короче. Но я с ними, со всеми, короче, соглашаюсь. Они такие, окей, ну я думаю, почему и нет. Да, тут бар действительно какой-то есть. Мегагосовский, просовский бар. Вот так вот, бля. Так. Hello. Hi. Oh, Garrett. Привет. Free beer. Do you have your token? Yes. Yes. Here's the free beer. So you can pull out the token. Okay, yes, yes. Это как раз эта штука. I have. Ёпте, ёпте. Да, действительно, мне дали, пацаны. За одну эту брошку-мандавошку я мог бы повыступать, типа, ну, их у меня на самом деле больше. Точнее, не их, а у меня есть две. Одну я могу вот так вот, типа, купить таким вот образом. Вторую могу в конкурсе еще выиграть и остаться, бля. Вот. Ну вот, вот он, пиво Зоффл, топ-геймерский. И никто не буедет, типа, не снимай, ёпта, Вашилик, ты чё, бля, портишь нам, бля, макароны все. Смотрите, какое пена, бля. Какое пена эндорфина. Смотрите, какое оно. Бля, бля, бля. Будто мамино молоко, блядь. Ну чё? За что? За вас, пацаны. Танцуха молчит. Короче, я подошел на барную стойку с тем, чтобы сначала узнать, что здесь можно купить. Вот. У меня попросили чек того, что я в Ужелинке и заказывал для Dirty Monkey и для себя бутылочку, короче. Мой топ-геймер пропустили, а Dirty Monkey'овскую сказали, запинка какая-то, нельзя, типа, имя Dirty там, что ли. Я им сначала также Dirty Monk, я почитал, что длинное слишком название, поэтому нельзя вписать. И оказывается, проблема в Dirty. Вот. Rapper Monk можно было бы, Rapper Monk. Но мне чуть ничего в голову не пришло, кроме как Путин 2020. Путин 2020, и вот сейчас вот мне Путин 2020 сделают. Путин 2020. Yes, yes.
Путин 2020. Yes. Two zero. Here you go. And Tom Gamer. Полностью закрыты, кстати. Полностью закрыты, видите. Your name Kerry. Так что пацаны, зашибись. Путин и Top Gamer in the World. Все вместе. Я с пустыми руками все же не могу уйти. И я думаю взять какую-нибудь шапочку. Вот прям тупо фанатскую. У меня нет ни одних знакомых, которые бы фанатели по Харикину. Но чисто для себя взять или в виде шарфа, вот шарф сколько он стоит, шарф просто это дело такое, 12 евро. Ну вот шарф типа на шею закутывать и норм, а чтобы, вот такая вот тоже классная, без особых логотипов, типа черная тоже норм. Но зеленую я бы типа думал бы трижды, которая там вся расписана, это уже тупо для фанатов на самом деле. Тупо для фанатов. Нет. Шапочки, тоже кепочки. Кипарик, ёпта. Тупо кипарь. Пакеты. Мне, кстати, бесплатно пакет выдали, прикиньте, под Пиванзополу. За что вот такой вот респект. У меня мама просила ей какую-то футболку взять. Вот тоже Хайнекен можно взять, поугарай, да? Но она 24 евро стоит. Я надеюсь, XL это сколько? Это много XL вообще? Вот презервативы XXL типа дохуя, но нет, я думаю, не XL, вот S. S 52. Там 52, 54, ой, 50-52. Бля, вот там что-то не написано. Эска, ну скорее всего эска, ёпта. Да. Я, наверное, возьму прям так. Тетя Ири, ну потому что надо. Футболку там какую-нибудь. Сейчас, дальше. Это, видимо, дальше. Я прям вот с этим тащу. Ну, по идее, должно подойти. Мне или Кукаджамби, или тетя Ири подойдет. Hi. Well. Watch well. Pay. Visa. I top gamer in the world. YouTube. Cool. Yeah, just not for. Can I be on it? Yeah, but you gotta lift the glass. No. Is this camera? Montage and moment. These are 5 euros each, and you're playing at 2 cards. Блять, мне бы еще найти эту карту блядскую. Сейчас. 25 евро. Ну, тетя Ири пойдет, я уверен. I have... You have a bag? Oh. Ага. Good, nice. Thank you very much. Thank you. Вот так вот с ними надо общаться. О, шлепанцы, кстати. Слушайте, шлепанцы надо взять, блядь. Рили шлепанцы взять, блядь. Ёб твою мать, блядь. Надо шлепки взять. У меня со шлепками трабла. Какая у меня лапа-то, блядь? Надо позвонить. Это маленькая. Надо побольше. Cos'è? Gabriele, un brutto schifo. Come sta succedendo un buco?
У меня здорово очень. Шлёпанцы, хойники. Ну ладно, потом посмотрим, короче, чё к чему. Открывашки всякие. Ну, я почему хочу зажигалки взять. Зажигалки, чтобы у него всегда было чем подкуривать, так сказать. Но здесь хайниковских зажигалок нет. Вот, соответственно. Ну, в общем, я долго здесь хожу, брожу. Долго рели, и я не устаю. Для меня я что-то не увидел, что-то на следующий раз. Вполне с кем-нибудь можно пройтись. С этими пацанами они немного побыстрее, чем я прибыл. Первая персональная касса. Какая-то персональная касса. Нифига, они вот так вот выгревают. Смотрите. Ух ты, блядь. И тупо на стекле. Не, у меня бутылки топ-геймер, типа топ-геймер. Бутылки топ-геймер. Но я вроде как с этим могу уже пойти. Ух ты, блядь. Вот это зачетно на пивной. Выгревают. Ну и с пивосом тоже норм. Ладно, я сейчас посмотрю, подумаю, сколько это стоит. 20 евро будет стоить. 20 евро и 3 евро. Нанести свое имя. А много это или нет? По-моему, не так много. Абсолютно не так много. Но тем не менее. Вот так вот. Сейчас я еще, конечно, стримчанский запущу. Не на 10 минут. Хочу зайти в прачечку местную и спросить, сколько по времени будет сушиться моя курточка с вонючей толстовкой. Но только как вонять-то это все дело будет объяснить, я понимаю. А вот как сушиться, я не знаю. Сушиться. Клеан, то есть чисто. My куртка скунс, it's... my куртка скунс and скунс толстовка. Клеан for. И типа троеточие. Hello. Я думал, что это просто. Сейчас спросим. Вот тут всякие 50 кортинг, типа 50% скидки, типа на брюки. Они так запечатывают, я ни разу в прачке не был. Hello, my куртка is Kunz. My куртка is clear for. Clear for. I don't know what you mean. My куртка is very beautiful. I go to minutes, hours. For, you mean how long it takes? Yes, washing? For clear. My куртка for clear. Oh, for it's the minutes. To clean. Yes, да, yeah. Clear. One day. Ah, one day. One day. Oh. Yes. I have on a куртка. Как этот улица street on the minimal температуре, холодно на улице, cold to for cold, yes, it's possible, cold. 30 cold, yes. Ага. Еще как-то надо сказать, чтобы я мог остаться у них в гостях. Окей, okay, yes, thank you very much. Okay, bye-bye.
Блять, сложно формулировать, честно. Блять. Ладно. Я хотел остаться на тот момент, пока у меня куртки нет. Вот это я хотел им сказать. Что, да, окей, на один день, типа, на следующий день я ее заберу, чистой и свежей. А на улице холодно, а мне без нее тоже не выжить. Я не смог, ну как смог, чуть-чуть. Так, это где я вообще, а куда я иду? Стойте. Подождите, я вышел с завода. А куда мне дальше идти? Блять, а обывательская мысль для амстердамского жителя. Вышел с завода, а куда идти? Столько всего, блядь. Останься у них. Так я это и хотел сказать. Можно остаться у вас. На заводе мне понравилось. Много всего, чего можно взять с Куйникиным, баснословное количество. В конечном итоге даже за 20 евро можно железный стакан охуевший взять, типа термоса, со своим именем, инициалами, чем угодно. Но почему-то Дёрти не дали напечатать Дёрти Монка. Сказали, что не-не-не, West Coast was Crips, don't warrior, man. Я все понял, что они не хотят войны. Вел Путин 2020. Причем Путин 2020, почему? Ладно, ну, может, так и пишется, я просто чего-то не так понял. Ну, вы видели, как это изображено. Интересная здесь улица. Судя по всему, начинается улица красных фонарей, раз уж все красными светится. Ладно, пора выключаться. Уж на камеру точно. А на телефончик еще покрапсим. Телефон, потому что это дело такое, блядь. Ну, непонятно, что через телефон. Может быть, по WhatsApp с кем-то пиздишь. Нет. Да, чат идет, так может быть этот чат просто. Пацаны, там, Максим, Ведьмак, Данил, они в афиге были, когда узнали, что я на улице красных фонарей фрапсил. Фрапсить позволял себе, представляете? Они офигели. Как-то еще жив остался, выжили. За это тут могут действительно, блядь. А я 2 дня и еще успел в первый день прям на той же улице обкуриться, блядь. Ну там дети ходили маленькие, пускай с родителями. Это интересно было посмотреть, да. Ладно. Идем, мадафака, дальше. Машина едет, куда она едет? Это может быть кокаин бароны какие-нибудь? О, на меня прямо смотрели. Или на адрес факс. Как век слипен гер Гренляндия какая-то. Гренляндия ван крача. И пиписька вправо. Мы здесь были. По-хорошему, нужно с центра выруливать на метро. Да.